Бавария выиграла 28-е чемпионство. Мюнхенская Бавария в 28 раз в своей истории стала чемпионом Германии. Клуб обеспечил титул после победы в матче 29 год тура Бундеслиги над Аугсбургом. Об этом сообщает корреспондент Лента.ру. Встреча прошла в субботу, 7 апреля. Бавария в гостях разгромила соперника со счетом 4-1. Таким образом, отрыв команды от идущего вторым Шальке за 5 туров до окончания чемпионата составил 20 очков. Мюнхенцы оказались недосягаемыми для конкурентов. Бавария выиграла турнир в 6-й раз подряд. В сезоне 2011-2012 победу одержала дортмундская Боруссия, после чего баварцы не отдавали титул никому. За 118-летнюю историю Бавария также 16 раз выигрывала национальный кубок, 5 раз побеждала в Лиге чемпионов. Также команда по разу выигрывала Суперкубок Европы, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.